Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видеоуроке мы с вами сделаем силуэт из фотографии. Вот у меня есть вот такая красивая пара, и именно они будут у нас служить силуэтом. Итак, у меня открыта фотография. Прежде всего мы снимаем вот этот замочек, становимся на слой, дважды щелкаем левой кнопкой мыши по слою и нажимаем клавишу ОК. Теперь нам нужно выделить наших влюбленных. Для этого берем инструмент «Быстрое выделение» и начинаем вот так вот выделять. Вот я выделила девушку. Если фотография будет у вас качественная, то это будет лучше всего. Смотрите, чтобы удобнее было работать, пользуйтесь обязательно вот вычитанием и добавлением вот этих вот областей. Вот я сейчас здесь добавлю. Я буду делать это довольно грубо, чтобы не тратить много времени, а вы сделаете уже аккуратнее. Чтобы сделать это более аккуратно и не спеша, вы можете посмотреть, как правильно это сделать в моем видеоуроке, как вырезать фон. Ну вот я примерно сделала. Немножечко тут подправлю. Аккуратненько выделяем только фигуру наших родителей будущих. Вот это вот. Тут приближаем. Ну вот, приблизительно вот мы выбрали. Что нам теперь нужно сделать? Теперь нам нужно скопировать это выделение на новый слой. Нажимаем на клавиатуре клавиши Ctrl-G. И вот у нас получилась копия этого слоя. Теперь мы можем отключить наш фоновый слой. Выключаем глазик. И вот наша пара стоит без фона. Теперь для того, чтобы сделать силуэт, нам нужно сначала зайти в выделение, загрузить выделенную область. Здесь новое, ничего не меняем, нажимаем просто ОК. Вот наша область загружена. Теперь добавляем новый слой, кликаем левой кнопкой мыши по вот этой кнопочке. Стоим на новом слое, берем инструмент заливка, щелкаем пипеткой по черному цвету левой кнопкой мыши и заливаем наше выделение. И вот что у нас получилось. Выделение мы можем убрать. Заходим в выделение, отменить выделение. И таким образом у нас появился силуэт нашей пары. Вот если мы отключим, это фотография, а вот это силуэт. Этот силуэт может пригодиться вам в ваших дальнейших работах в ProShow Producer. Он смотрится очень эффектно и очень хорошо. Итак, в сегодняшнем видеоуроке мы научились с вами делать силуэт из вашей фотографии в программе Photoshop. На этом наш видеоурок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч!